Начальника Суздальской районной станции по борьбе с болезнями животных обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, чиновник сделал так, что одному из мясопереработчиков в течение 3 лет ветеринарные услуги оказывались по заниженной цене, а в результате недополучено около 10 миллионов рублей, что сопоставимо с 2-летним финансированием данного учреждения. В отношении руководителя Суздальской районной станции по борьбе с болезнями животных возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональная УФСБ. На Оке транспортная полиция задержала браконьера. 52-летний местный житель применял незаконный способ вылова рыбы с помощью косынок в количестве 12 штук. Запрещенное орудие лова и улов изъяты, возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы. Пожилая женщина найдена мертвой после пожара. Возгорание произошло в одном из нежилых домов села Туртино Суздальского района. Строение деревянное, одноэтажное, электричества в нем не было, но была печка. По предварительным данным, ее женщина и затопила, чтобы согреться. Оставленная без присмотра печь, возможно, и стала причиной пожара. Его площадь составила 90 квадратных метров. На тушение выезжало 4 единицы техники и 12 человек. Про погибшую женщину известно, что она 1940 года рождения. Детская студия «Русь» областного центра народного творчества удостоена гран-при международного фестиваля-конкурса «Слияние культур». Он проходил в Казани. Участниками форума стали 86 коллективов и исполнителей из разных регионов России. Детская вокально-хореографическая студия «Русь» под руководством заслуженного артиста Виталия Антонова выступала в номинации «Фольклорное творчество. Ансамбль. Смешанная младшая возрастная категория». Отдельные исполнители и хореографические номера коллектива были представлены и в других номинациях и были удостоены дипломов первой степени.